Друзья мои, ну, может быть, для кого-то не секрет, но это лайфхак для туристов и любителей отдыхать на природе, те, кто находится в Латвии. Есть такая организация Latvijas Valsts Meži, то есть государственный лес. У них есть своя домашняя страница, на этой домашней странице есть интерактивная карта. И по всей Латвии, в том числе на побережье Балтийского моря, эта организация уже обустроила и следит за местами отдыха. Причем эти места бесплатные абсолютно. В этих местах на карте указано, что там имеется. Но обычно имеются столы, такие скамейки удобные, чтобы отдохнуть. Во многих местах имеются мангалы. То есть, видите, да? Отличные мангалы, классные. Мусорники, не будем заглядывать. Столов много может быть, да, разных. Навес от дождя спрятаться со столом тоже. Видите, еще там столы. Есть даже приспособление для того, чтобы сварить уху. И как обычно, как правило, обычно есть рядом какие-то водоемы. То есть вот в таких местах эта организация Latvijas Valsts Meži по всей Латвии оборудовала очень много мест отдыха. Поэтому если вы путешествуете по Латвии, сейчас ну, кемпинги что-то стоят, гостиницы что-то стоят, но по всей Латвии таких мест много, они абсолютно бесплатные, даже на берегу моря. Это можно посмотреть будет в карте интерактивной, которая находится на сайте этой организации. Я дам ссылку под описанием. Вы просто приезжаете, можете отдохнуть, можете рядом палатку поставить, ночевать, кушать, удобно все. Есть место для костра, где шашлыки пожарить, куда мусор выкинуть, где от дождя спрятаться. То есть, вот, используйте, пожалуйста, эти места и не переплачивайте ни за что. Тут все удобства созданы, все есть. Так что, такой совет мой, смотрите карту, куда вы выдвигаетесь. Если поблизости эти места есть, то, конечно, в них очень удобно располагаться. Ну вот, всем приятных путешествий и любите природу нашу. Не засоряйте ее, следите за ней.